Ребята, всем привет, а мы продолжаем... Он пришел в себя. Продолжаем Road 96 Mile Zero. How are you feeling? Ты как? Да ничего, а вы? Мы с твоим отцом в порядке, за нас не переживай. Что мы будем делать с папкой? Мы под надзором, ты же сам слышал Кайта. Ничего не выйдет. Я лежу на диванчике. Да, я снова говорил с Джоном. И? Он сказал, что папка нужна сегодня. Сегодня? Это невозможно. Они там с ума сошли. Но мы дали бригаде слово. Я знаю, это, конечно, очень тупо, что я сейчас делаю. Но я решила, что у меня будет Зойка вот туда, в правую сторону, а Кайта в левую. Поэтому мы дали бригаде слово. Подождите, я, наверное, не переключила этот самый. Да. Мы дали бригаде слово, мам. Нет, это безумие. План придется отложить, если не отменить. Мне плевать, что скажут Джон и Роберт. Но мы должны помочь бригаде. И поможем, но не сейчас. Это было бы неразумно. Мы дали бригаде слово! Прости, Кайта, но если с тобой что-нибудь случится... Полежи пока, ладно? Вот, нужно осторожнее, Кайто. Что это? О, рация, спасибо. Спасибо. Извините, пожалуйста, подставил вас немножечко. Короче, игры тут осталось на часик или полтора. Я думаю, что мы за одну серию тогда все закончим, чтобы сильно не откладывать. Так, за революцию. Вива ля революсьон. Эти козлы всю одежду переворошили. Сжечь ее теперь, что ли? Ну, конечно, мы всегда так... Всегда так с проблемами и расправляемся. Кто-то потрогал мою одежду, сжечь нахрен. Что-то мне подсказывает, что в оазисе воды хватает. Обыскали туалет и нет бы за собой убрать. Блин, нифига себе у них этот, блин, унитаз на постаменте, как в паразитах. Фото нас с Айей лежит на полу, уроды. А там стикер. А про Аю нам что-нибудь расскажут-то, нет? Что с холодильником? В холодильнике пусто, но тут полиция ни при чем. Слушайте, ну у вас даже для бедняков как бы пусто в холодильнике. Вы же работаете, вам платят деньги. Очень странно. Кайто, ты тут? Прием. Ой, на пробел. Да, я тут, Зи. Ты как? Сойдет. Точно? Голос у тебя странный, что такое? Обыскали не только нас. Я вижу миссис Граймс, а где ее муж? Полиция обыскала нашу квартиру. What? Что? Они думают, что мы в бригаде. Они думают, что мы в бригаде, и за все, что мы делаем, отвечаем вместе. Это шутка для очень сильных алдов. Промолчу, не надо. Слушай, если ты думаешь, что я тебя сдала, это не так. Я, кстати, и не думала. Я тебе верю. Если захочешь поговорить, ты знаешь, где меня искать. Тирак, кажется, собирается выступать. Не знаю, что там будет. Может, схожу? Ага, как хочешь. Не, мы обязательно сходим, посмотрим, что там Тирак говорит. Фига себе, тра-ла-ла тут, смотри. Тра-ла-ла-ла-ла. Я бы сюда иногда ходил, будь у меня лишние деньги. А что тут у вас? Покажите. Тут барчик симпатично тут, кстати. Я бы тоже сюда ходила, будь у меня лишние деньги в этом мире. Так, ну и что, пойдем на выступление Тирака сходим. Зойка дома, вон, не узнает, не услышит историческую фигню. А мы сходим, все узнаем, разузнаем, придем ей сообщим. Так, протесты. Вон Колтон. Стоп, Тирака освистывают? Тут что, Тирака освистывают? Подать мне сюда конфеты, повторяю, подать сюда конфеты, прием. Извините, можно? Проходим дальше, пожалуйста. Юному Колтону нужно сосредоточиться. Ладно, извините, пожалуйста.
Это что за памятник женщине в туфлях? Здравствуйте. Если хочешь услышать выступление Тирака, тебе на ту сторону. А тут что? То есть там реально выступает президент, и тут пришло что-то типа 30 человек? И они в его футболках, и его освистывают при этом? Что происходит? Парень, не туда свернул, тебя направо. Да подожди, почему? Опа, кассетонька. Может, мне сюда? White Sands. Извините, пожалуйста, мне действительно не туда. А чё? А, стоп, что? Извините, пожалуйста, я отвлеклась немножко. А, так, Колтон думает об отце. Глядя на статую? Я мог бы смотреть и на него самого, но отца это раздражает. О. Ой, приходится обходиться скульптурным изображением. Если не возражаешь, мне нужно сосредоточиться. Блин, это очень грустняво. О, здравствуйте, можешь что-нибудь купить? Покупай мерч Тирака, берем мерч. Шапку хочу вот так. Эй, это не для таких, как ты. А я чё? У меня есть деньги. Где я, что тут надо? Речь хочу послушать. Ладно, только без глупости, понял? Да, я понял. Личная охрана Тирака, аж мурашки по коже от мысли, что он где-то рядом. А, это не Тирак, типа? Зи, угадай, где я? Слушай. Ты в парке, походу проблемы с колонками. Интересно, что с ними? Интересно, сколько из этих камер правда работает. Соня, здравствуйте. 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 Возьмите меня в кадр тоже. Да, интересно. Люди недовольны? Тирака нет на сцене. А, зато там папа. А, это папа, да, слушай, рыжий стоит. Он министр заслужил. Я знаю, что ты думаешь о правительстве, Кайта. Из-за вмешательства бригады выступление президента откладывается. Трусы! Жалкие трусы! Это все пропаганда. Есть и хорошая новость. Они не в курсе, что это мы испортили аудиосистему. После теракта в 86-м они снова пытаются сорвать важное мероприятие. Бригаду обвиняют во всем на свете. Все-таки White Sands есть все основания их подозревать. Не волнуйтесь, мы исправим неполадки, и Тирак выступит с заявлением. А пока позвольте выразить вам благодарность. Наша экономика, особенно нефтяная промышленность. Чем бы заняться, пока ждем речь? Не знаю. О, а Соня там? Да. С этим Мюллером со скуки помрешь. Она тут очень злой. Типичная Соня. Ты должен дать интервью Соне. Я принимаю вызов. Не выключай рацию, я буду слушать. Так, здравствуйте. Можете взять интервью у меня? Это по какому же поводу? Ты что, звезда? Я из The Little Tyrax. Терпеть не могу эту группу. Песни у вас страшно прилипчивые. Окей, Дэн, приехали. Находимся в президентском парке, где вскоре прозвучит важное заявление от президента Тирака. Рядом со мной один из участников The Little Tyrax. Пацан, назовись. Джоуи С. Рада знакомству, Джоуи С.
Прежде чем мы продолжим, не мог бы ты спеть кусочек вашего хита? Тирак, о, бэйби, тирак, бэйби, е-е. С удовольствием. Тирак, е-е. Это было великолепно. Боже, это было ужасно. Спасибо. Думаю, ты с нетерпением ждешь выступления Тирака. Как думаешь, что он объявит? Что участвует в выборах. Не будем это. А то у нас сейчас взорвется уже наша революция метр. Что участвует в выборах. Это было бы просто чудесно. И так неожиданно. Все мы знаем, что первый срок Тирака стал настоящим прорывом. Что запомнилось тебе больше всего? Установление режима. Дэн, это вырезаем. Чик-чик. Хорошо, последний вопрос. Если бы ты мог обратиться к Тираку, что бы ты ему сказал? Бригада не враг, а он враг. Так, Дэн, это мы вырежем. Дадим фото Колтона или стены. Сверху текст, будет хорошо. Хорошо, и последнее. Может, ты споешь нам еще разок? Давайте. Первый раз случилась какая-то аномалия. С радостью, мисс Санчес. Тирак, о, бэйби. Господи. Это была не аномалия. На этом все. Поздравляю, я в жизни не слышала более мерзкого голоса. И я очень надеюсь, что больше никогда тебя не увижу. Ты справился? Я просто зажег. Ого, толпа просто в ярости. Все равно зачет. Пришел, увидел, победил. Но говорить такое было опасно. Не волнуйся за меня, Зи. Зои, я принес мороженое. Я вам не мешаю? О, Адам пришел. Мне надо отойти. Признайся, Адам, тебе нравится? Я люблю мороженое. Ты будешь дожидаться выступления Тирака? Даже не знаю. Как хочешь. До встречи. Только не дури. Обещаешь? А вот Тирак пришел, смотри. Они пытались испортить нам день, но не вышло. Граждане, во всеуслышание сообщаю, что приму участие в выборах. Бригаде от меня не спрятаться. Они предатели. Хотите будущего без страха? Будущего без бригады? Блин, я не хочу будущее без бригады, потому что это мое детство. Мне было... Не помню, кстати, сколько лет, когда я впервые увидела бригаду. Блин, а может не кататься? Я, конечно, все понимаю, что это элемент геймплея, но... Но можно нет. Да, блин. Началось. Не могу там проехать между двух машинок. Очень тесно. Ай, блин. Я слежу за тобой, Кайто. Ты плохо себя ведешь. Ты, блин. Ай, блин, ай. Хорош. Ты в бригаде, и ты родители. Нет, так не пойдет. Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Хорош. Я президент. Я должен защищать страну от таких, как ты, Кайто. Ой, блин. Поздно уже заметила. Поздно заметил. Поздно заметила. Хоба. 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 Оба! Хоп! Let's go! Там подстава была в конце.
Да что ты будешь делать? Нормально. Должен быть чекпоинт какой-нибудь. У меня к тебе вопрос. Ты правда думал, что сможешь убежать? А Кайто? Твоя подружка Ая не смогла, правда ведь? По-моему, подружка Ая умерла от рака. Причем здесь как бы... Да-да, не смогла. Петрия до нее добралась. И я до нее добрался. Петрия проглотила ее, да-да. Я проглотил ее. Прости, Кайто. Ах ты ж, блин. Да, я... Я сейчас проглочу тебя. Да я не понимаю, как это... Ну, вот как. Да, пожалуйста, я не хочу. Не знаю, зачем они это добавили. Я вот сейчас играю уже третью, получается, третью часть. И мне это с каждым разом все меньше нравится. Это не прикольно. Как будто им не хватало контента, они такие, мы добавим мини-игры. Нет, кидать газеты мне понравилось. Кидать газеты — это был топчик топовый. Но вот это покатушки... So, ты you... как после речи? Are you okay after that speech? А, это я Кайто, ага. Давай не будем об этом. Sorry, извини, Кайто. Hey, could you do слушай, а можно тебя попросить? Конечно. Can you можешь сделать мне татуировку? А я что, тату-мастер? Чего? Chill. Спокойно. Фломастера нарисовать. А, тогда ладно. Это не значит, что тебе можно лажать. Усёк? Буду стараться. Okay. Окей, будет память на всю жизнь. Что, фломастером? Ну или на пару дней. Ну вот это больше, да, похоже. Так, переместите, чтобы добавить чернил. Я там набросала, повторишь? Я чихну. Тихо. Под руку не говори, женщина. Хорош. Yeah, it's a good thing. Да, хорошо, что это фломастер. Очень красиво. Моя первая тату. Очень красиво. Что, не нравится, что ли? Like похоже на птицу, только какую-то kinda... перекореженную. Так ты сама это нарисовала, я просто обвела. Спасибо. Тебя, пожалуйста. Look, слушай, может, останешься у меня, и мы все обсудим перед выходом? Да, согласен. Okay. Отлично. Еще немного, у вас с родителями будет все необходимо. Осталось чуть-чуть. Остаться с Зоей. Так, хорошо. Что делаем? Как он сказал остаться... А, вот остаться, все вижу. А, нет, пойти ко дворцу... А, это, наверное, оно и есть. Наверное, это оно и есть. Так, да, хорошо. Наступила ночь. Твои родители не смогут? И долго еще ты собирался молчать? За ними следят, Зи. Я сделаю все сам. Один ты не справишься. И что ты предлагаешь? Я пойду с тобой. Но если папка существует, я уеду из White Sands с вами. Да, Зи. Конечно. Отлично. Тогда решили. Пару часов спустя. А доска ему зачем?
Сегодня вторник, у Стива двойная смена. Это значит, что он пьет кофе, чтобы не заснуть. Если я права, он пойдет в туалет примерно сейчас. Почему по вторникам двойная смена? Нельзя охранника второго нанять президенту, серьезно? Отсюда точно можно как-то открыть ворота, но как? Вот на красную кнопку, например, нажать. Кнопка, которая открывает ворот, не работает без ключа, ключ, скорее всего, у Стива. Так, стикеры. Стикер со Стэном и Митчем, помним таких. Гордость петрийской журналистики. Опять эти садомазо-грабители на обложке? Просто что происходит? Колтон раскидывает по полу вещи, чтобы все запинались. Типичный сыночек диктатора. Вообще, это вообще, как бы, типичный. Типичный ребенок, который раскидывает вещи. Так, что тут? Номера внутренней связи, в том числе номер президента Тирака. Говорят, он уехал. Су-22, решетка. Давай позвоним. 122, решетка. Алло, президент? Ты серьезно звонишь Тираку? Что ты делаешь? Извините. А кому позвонить-то? Точка Д. 344. Решетка. 344. Решетка. Точка Д. Стив, ты как там, чики-пуки? Решил слезть с кофеина, у тебя же от него приступы. Клади трубку. Я выпил 2 эспрессо. Все, никак не сделаешь выводы, дружище. Ночка у тебя впереди долгая, давай, удачи-то. Ладно, не сюда. А куда звонить? Комната для гостей, 414, решетка. Комната для гостей не отвечает. Не, спасибо, что проверил, конечно. Дурак. Сама дура, блин, позвони кому-нибудь хотя бы, я хоть что-то делаю. Колт, 214, решетка. Алло? Это Колтон, он может нам помочь. Привет, Колтон. Кто это? Твой друг. Друг. Не может быть. Ты этот, Кайта, правильно? Колтон, это я, Зои. Зои, объясни, что происходит. Следует ли мне разбудить Фрэнка? Нет, не надо. Можешь подойти к воротам? К воротам? В такой час? Но я в одной из своих многочисленных шелковых пижам. Зои говорит, тебе страшно. Страшно? Ха! Колтон Тилониус Тирак, храбр как лев. Бог с ней шелковой пижамой, иду. Итак, что вы хотели? Колтон, нам нужна твоя помощь. Откроешь нам ворота? Зачем мне это делать? У нас секретная миссия. Обожаю секретные миссии. Нельзя ли поучаствовать? Конечно. Может быть, стражем брат. Что это под собой подразумевает? Это человек, который сторожит ворота и не попадается на глаза Стиву, когда он вернется из туалета. Вот как. Звучит не слишком захватывающе. Нет, этого мне недостаточно. Хорошо, сейчас подумаю. Что если... Зои с тобой посидит. Что? Это было бы просто чудесно. Фрэнк в последнее время стал невыносим. Хорошо, я с тобой посижу, Колтон. О да, 19:30, следующую пятницу. И не опаздывай. Погнали. Быстрее, пока Стивен не вернулся. Опять сейчас будем кататься? Ворота открыты, а Фрэнка рядом нет. Сбежать хочет? Нормально. Давно, блин, я так много не говорила в игре. Из-за того, что нужно читать диалоги. Прям отвыкла. Блин, опять... Ох! Окей, черный вход. Мы все проговаривали. Смотри, не попадись под камеры. Не попаду, Зи. Ой!
Ой-ой-ой! Так, останавливаться я не могу, я только еду. Я не знаю, то ли там нужно прям вот очень сильно напролом, не сбавляя скорость, ехать, чтобы успеть, потому что там другого выхода вроде как нет. Не понимаю. Что-то не так я делаю. И вообще, судя по всему, здесь путь один. Ну там чуть-чуть. Прям жопку немножко цепляет. Хорош! Так-то. Так, а здесь уже кататься? Ну, естественно. Вот зачем скейт. Ираку остро нужен дизайнер интерьера. Надо отвлечь охрану от пункта наблюдения. Ой, блин! Я случайно. Да, подожди. Тут нельзя приседать. Сейчас будет, я разнервничалась. Здесь просто едем. Подожди. Я сейчас сделаю. Блин! Ай! Сейчас. Хорош! Да что такое? Отлично! Пускай развлекаются. Доберись до пункта наблюдения, дальше сменимся. Понято! Налево! Направо! Идеально. Окей, я внутри. Что дальше? Следующий шаг — отрубаем свет, чтобы пролезть в кабинет Тирака. Окей, я вижу электрощитовую, но там лазеры. Лазеры-шмазеры! Давай, Зи! Блин. Лазеры-шмазеры. Хорош, хорош. Красиво. Ой, ай, блин.
заперто. Я нашла щитовую, но тут заперто. Скрыть не получится? Нет, но есть одна мысль. Вдруг да получится. Так, хорошо, поехали. Но здесь как-то более или менее веселенько стало. Блин, ой, она так плохо управляется. Просто кошмар. Опять свет вырубился? Я почти у кабинета Тирака. Секретная папка, я скоро! Кнопка, которая открывает проход, должна быть в районе рабочего стола. Так. Don't push. Папка должна быть где-то внутри, если она существует. Ну, блин. Ну, поехали, чё. Датчик движения, спасай! Ай! Да, Юн! А, присесть, все, вижу. Присесть! Бомба! Ты ж, блин! Хорош! Сейф! Открывай скорее! Ты говорил, что знаешь код! Да, 41186. Спасибо, потому что я забыла с прошлой серии. День рождения Колтона, ну конечно. Все, открываю. Кайто, там что-то есть! Секретная папка, одна единственная. Арты вот эти красивые между покатушками. Ну! Быстрее! Бросай мне папку! Папку! Куда ты? Кайто, стой! Ну реально ее бросил просто? Ну это скотство! Мамкин революционер! Меня все еще зовут Соня Санчес. Сегодня 5 мая, и вы смотрите шоу Сони. White Sands вот-вот накроет песчаная буря Соня. А сейчас я перед дворцом Тирака. Колтон Тирак, 10-летний сын нашего любимого президента, исчез. Поисковый отряд ищет Колтона на территории дворца. Дворец так велик, что он может быть где-то внутри. За какой-нибудь золотой шторой. Но ситуация напряженная. Он же должен был на камеры попасть. Эрл, блин! Снова с вами. Власть ожидает в любой момент получить требование выкупа. Разумеется, черная бригада, подозреваемый номер один. Обещаю держать вас в курсе развития ситуации. Меня зовут Соня Санчес. С вами было шоу Сони. Господи. Сегодня 5 мая. Песчаная буря Сони уже близко. А вы защитили свой уютный дом в White Sands. Доброго дня. Так, у меня нормально запись идет. Все хорошо, да? Сейчас. Да, все хорошо, поехали. Кайто! Что, кинул тебя твой дружок, пирожок? Кайто, это я, Зоя, отвечай! Ой, если его загребут, так ему и надо!
Нельзя вот так кидать женщин. Так, наверх, наверное, да? Подожди, а как наверх? Вот так наверх. Но его тут явно нет. Есть попрыгунчик. О, он сделал рампу. Я не понимаю, я думала, доски нужны для рампы. Кайта мне соврал? Это от толстовки Кайта, точно, стоп. Он что? Нет, он бы без меня не уехал. Получено плеер. Плеер Кайта с кассетой. Привет, Зои. Думаю, ты уже поняла, зачем были эти доски. Слушай, Зи. Да, мы собирались уехать из Вайтсэндс вместе. Мы договаривались так. Но ты же дочь министра. Тебя бы вся Петрия искала. Я не мог рискнуть жизнью нашей семьи ради того, чтобы ты могла попутешествовать. Кайта, бегом, нас ждут у толстяка. Если честно, мы всегда были очень разными. Наверное, наша дружба с самого начала была обречена. Он меня использовал. Он меня использовал, скотина ты такая! Слушай, мне пора, наверное, надо попрощаться. Всего тебе хорошего, Зи. Скотина! Ты нарушил слово, использовал меня, Кайта! Но это еще не конец. Я тебе гарантирую, я тебя найду. Но сначала домой. Вот где вы прятались. Идемте, госпожа Зои. Вас ждет отец. Всегда. Идемте, Зои. И чтобы без фокусов. Вот-вот начнется песчаная буря, Соня. И я нахожусь перед дворцом Тирака, откуда прошлой ночью исчез Колтон. Сына президента разыскивает личный состав полиции. Я его нашел, господин министр. Зои, иди в свою комнату. Это была последняя капля, Адам. Больше не повторится. Разумеется, потому что ты уволен. Да блин, не надо Адама, мне его жалко. Не надо. Это все из-за Зои. Самое время валить из White Sands. Приближаясь к White Sands, песчаная буря Соня продолжает набирать мощь. Советую мне выходить из дома до окончания бури. Буря. Это мой шанс. Надо собрать вещи. Куда я без тромбона? Никуда. Так, давай, что тут еще взять? Давай, без тромбона. Что еще взять? Или все, больше ничего нельзя взять, только тромбон. Тромбон, конечно, в дорожном путешествии само то. Так, взять Лесли? Нет, спички. Спички, положить в рюкзак. Взять Лесли, положить в рюкзак. Взять фотографию. Фотку папы берем. Положить рюкзак. Я только по одной вещи могу таскать. Взять термос. Взять фотографию. Я сама иронизировала. Взять нож, конечно, нож обязательно. Нож. Так, открыть здесь что? Взять одежду. Однозначно, без одежды мы далеко не уедем. Так, взять зубную щетку, конечно, разумеется. Так, что еще тут дают? Ничего, да, тут больше нет? Одна минута. Взять кассету. Хорошо, допустим. Ну, тут больше ничего нет. Положить рюкзак. Так, взять туалетную бумагу. Конечно. Взять баллончик. Положить рюкзак. Так, взять мини-приставку. Чтоб не было грустно. Взять 4 в ряд. Не понятно только с кем играть. Но что-нибудь еще.
Но я вроде все уже взяла. Так, влезет еще что-то одно. Все, пора. 3, 2, 1. Как видите, вокруг бушует песчаная буря. Соня, черт! Мисс Санчес! Ты кто такой? Адам. Вы работу не ищете? И все. Первый этап есть. Я надеюсь, она найдет Кайта и всыпет ему по первое число. Потому что так себя вести нельзя. Колтон! Колтон Тирак! О, он тут, смотри. Тоже бежит, как и я. Колтон! Зои, иди сюда! Быстрее, тебя увидят! Да блин, тут маленькое пространство. У меня рюкзак с тромбоном. Том, ты как? Как я? Лучше не бывает. Благодаря тебе, Зои, моя жизнь началась заново. У тебя краска на лице? Тебе идет свобода. Согласен. Я скучаю по Фрэнку, но думаю, так нам обоим будет лучше. А ты, Зои, что ты делаешь на улице во время бури? Хочу сбежать из White Sands. Это связано с Кайт и его родителями, да? Я слышал, полиция их обсуждала. Да, связано. Я хочу кое-что у тебя спросить. Когда я впустил вас в папин дворец, вы ведь что-то украли? Кайт что-то украл, да? Я знал, что ему нельзя доверять. Думаю, я знаю, как тебе сбежать из White Sands, Зои. Правда? Да, но тебе придется мне довериться. Ты освободила от оков меня, а я теперь освобожу тебя. О, символично. Что? Еще и госпожа Зои пропала? Пошли, Зои, надо спешить. Ах ты ж, блин, мать, ты че с такой высоты прыгать? Что? Помнишь как-то раз, когда ты со мной сидела, мы смотрели фильм? Кажется, я тогда заснула. Ананасы-убийцы. В этом произведении искусства протагонист спасся от ананасов-убийц. С помощью отвлекающего маневра. Мы поступим так же, и ты сможешь сбежать. Хорошая мысль. В честь папиного выступления должны были запустить фейерверки. Думаю, они нам помогут. Они тут есть. Они вот тут лежали где-то. Попробуем. Надеюсь, фейерверки остались на складе. Надо только туда попасть. Бросить. Огонь! Романа. Так, фейерверки. Наклейка. Стикер с Колтоном Партизаном. Так, сотрудникам перемещены в сарай. Ага. Что, куда отправился Кайта? Из заведения под названием у Толстяка? Хорошо. Учет фейерверков. Хорошо. А как туда попасть? Та-ра-та-та. Закрыть. Закрыть. Как туда попасть, слышь? Малой. Они в сарае. Вести код. А какой был код? Папа приказал поменять код. Туда пару дней назад кто-то залез. Черная бригада, наверное. Да ты угораешь, что ли? Какой код? Восемьдесят один плюс 150 плюс 1400. Так, это получается 1550. 1551. 1631.
16:31, или я неправильно посчитала? Так. Фейерверки. Фейерверки, есть! Да у тебя задатки, гениальные преступницы! Это правда. Теперь запускаем их с крыши! Естественно. Надо покататься. Надо покататься, надо покататься. Готово! Куда целиться? Куда хочешь? В полицейскую машину! Восхитительно! Папа загорелся! Да ничего страшного. С того, что флаги поджигаю, это плохо, да? Пацана мы не будем шмалять. Он нам помогает. О, хорошо. Капец, отвлекающие маневры. Все горит. Это бригада. Бегом, Зои. Колтон, типа, он планирует вернуться домой? Какой-то он слишком... отвязный. Насколько может быть 10-летний пацан? Ты сможешь, Си. Подумаешь. Нельзя так, ясно. А мне казалось, прикольно будет. Да и что ты будешь делать? Да ну хорош! Она так долго здесь поворачивает. Да, пропустить, пожалуйста. Ай, блин! Нормально. Хорош! Ничего себе! Офигеть! Хорош! Главное, конечно, упереть с собой тромбон. Да чего? Нормально все там было. Что там? А что там? В смысле сначала? Я даже не заметила, какая там беда была. А, все заметила. Хорош. Блин, вот это сложнее всего для меня, потому что я нифига не вижу. Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Ой. И да.
Я иду, Кайта! Нам надо много что обсудить. Не будем мстить. Месть — это низко. Это для озлобленных людей. Мы с вами не такие. Мы долюблены. У нас все в жизни хорошо. Да, нас кинули. Но мы не будем плодить еще больше ненависти в этом мире. Нет, нет. Вряд ли все это просто так. Я должна узнать правду. Мне нужно как-то добраться до папки. Ай, прибила по башке. Да ну ладно. Да, пожалуйста. Простите меня, но я не хочу. Не знаю, где ты, но я тебя найду. И тебе это не понравится. Скотина такая, ты забыла добавить. Мне неинтересны вот это мини-игры. Тем более та, которая повторяется здесь постоянно. Я хочу иметь возможность это пропустить. Так, вот у толстяка, смотри. Бигейс. А чё ж ты не на роликах-то? И как ты через бурю проехала? Просто насквозь? Finally, наконец-то, кафе у толстяка. Мама Кайта говорила про него на кассете. Скрыть замок, у меня ничего нет. Старый фонарик, что он здесь делает? Так, мне нужен фонарь и отмычка. Ага, у меня есть и фонарь, и отмычка теперь. Великолепно. Немножко хоррор начинается. Ага, кто в туалете? Ага, никого. Ага. Прилавок можно открыть? Здравствуйте, ваше заведение было случайным образом выбрано для проверки. Любые свидетельства связи с бригадой приведут к вашему задержанию, закрытию заведения. Всего доброго. Там движ какой-то снаружи, по-моему, происходит. Или это я хожу? Коробка с нелегальными деталями радиоприемника. Капец! Реально хоррор. Так, слышь ты? О, Алекс, здорово! Ты же с первой части. Ты меня до смерти напугала! Прости! Извини! Главное, больше так не пугай, я слишком молод для операций на сердце. Ага. А с кем я разговариваю? Меня зовут Алекс, может, ты про меня слышала? Извини, но нет. Когда-нибудь я прославлюсь, 100%. Я совершу реальный прорыв. А ты кто такая? Зои Мюллер. Мюллер. Какая-то знакомая фамилия. Министр Мюллер? Что? Тогда тебя уже ищут, надо валить! Да спокойно, кто не знает, что я здесь. Ой, пожалей мое сердце, подруга, меня же удар хватит. Мне нравится, что я свечу в него вот так вот просто фонарем. Сдалось тебе кафе, толстяка? Я ищу друга. Может, я его даже видел. Но можно ли верить дочери министра? Да, можно. Да, голубая толстовка, нервный, тупой вид. Да, немного туповатый, правда. Забавно. В общем, они тут были с родителями, еще с каким-то Джоном. На медведя похож, здоровый, волосатый. Он еще тут, ибо капец. Как стемнело, они уехали. Недавно совсем. Толстяк много кому помогает, тут целая система. Давай на улице продолжим, мне еще фургон чинить. Одно дело за раз слишком жирно. Давай, помочь тебе, я могу отверткой что-нибудь сделать.
Это твой фургон? Пока что нет. Но толстяк сказал, что если приведу его в порядок, он мой. Хороший фургон. Кассетки. Можно залезть? Не можно. И чё, и чё? Клёвая тачка? Нет. Там внутри пахнет чужими ногами и смертью. Можно вопрос, подруга? Допустим, да. Ты нашла, вот нашла ты своего друга в толстовке, а что дальше? Когда дам ему парк уже? Да. Ты пойдешь дальше? Попробуешь пересечь границу? Многие ведь пробуют. Я останусь в Петре. А, понимаю, о чем ты. Хочешь остаться и изменить жизнь к лучшему? Да нет, мне нравится Петре. А-а-а, я насчет тебя, малец, промахнулся. Так ты не знаешь, где они сейчас? Эх, маленько подслушал, я в курсе, что это неприлично. Но они, кажется, говорили, что им надо встретиться с... каким-то Бобом или... Роберт? Точно. Я так понял, они собирались где-то с ним пересечься. Они довольно долго торчали в подсобке, где мы только что были. Может, там осталось что-то полезное? Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Довольно долго торчали в подсобке. Тут ничего не трогается. Ничего не трогается. А, может быть, надо было договорить с ним? А, круто, посмотрю. Давай, рыжая. Все поняла. Не закончила разговор. Так, какие-то бумажонки. Бумажонки какие-то собираем. Хорошо, допустим. Так, открыть замок. Бумажонка. Линам. Информация о месте встречи в шкафчике после прочтения сжечь р. Биг Бэр там написано, видно же. Вот еще. Ну видно, все, Биг Бэр ресторан. Ну че выпендриваешься? Типа здесь еще что-то? Ну вряд ли, это ж уже рестик, он сказал. Они торчали в подсобке, а подсобка это вот тут. Так, ну не хватает бумажки одной. Одной бумажки. Нашел. Большая медведица. Значит, ты едешь к большой медведице. Я скоро, Кайто. Опа! Да я просто неприлично талантлив. А где ты? Что надо сделать? Молодец, Алекс. Рассказать, как я это ведро починил? Да. Проверил ты основных подозреваемых. Аккумулятор, инжекторы, прокладку головки блока. Там все было хорошо. Естественно. Дальше я заподозрил гидрокомпенсатор, но... Гидрокомпенсатор, ну конечно. Я ошибался. Проблема была... Ну, ты уже догадалась. В ремне генератора. Ну да, в ремне генератора, само собой. А у тебя что? Узнала, где искать товарища в голубой толстовке? Ага, большая медведица. А, я знаю это место. Отсюда где-то день пешком. Я бы тебя подвез, но я до педали не достаю. Хотя я кое-что придумал. Да ничего, пешком дойду. Притормози, поздно уже. Они сейчас всяко спят. Советую тебе заняться тем же. У тебя знаешь, какие мешки под глазами? Как у енота. А, подскажешь, где можно залечь? Без проблем. Только сначала можешь мне зефирок с кухни притащить? Надо мозги подкормить. У Алекса будет длинная ночь. Что какой? Ну давай. Так, зефирки. Зефирки с кухни. Зефирки с кухни. Зефирки. Зефирки.
Зефирки. Зачем это? Зачем меня погнали за зефирками? Чтобы Алекс что успел сделать? Уйти нафиг отсюда. Реально просто ушел. Алекс, ты где? Наверху, подруга, лестницу видишь? Да. Я туда уже хотела залезть, но не успела. If you repeat a lie often enough, it becomes politics. О, нифига себе, у тебя тут... Располагайся, подруга. Зефирки принесла? Да. Спасибо. Красиво, правда? Петрия далека от совершенства, но посмотреть есть на что. Столько звезд. Да. А на севере еще круче. Там горы, леса, воздух чистейший. Съезди как-нибудь. С чуваком в толстовке. Не знаю, друг он. Или враг, или кто там. Вряд ли получится. Да? Почему? Мы пошли разной дорогой. Ну, наверное, у него были причины. Такое ничем не оправдаешь. Да, сложная ситуация. Я понимаю, что все это сложно, но может ты... Сможешь его простить? Может быть. Ладно, ты, наверное, уже совсем устала. Устраивайся в моем картонном дворце. Мне он сегодня не нужен. Спасибо. Надо было только чуть-чуть головой заехать, то туда вдруг дождь будет. Ладно, не грусти, Зойка. Дурак он этот Кайта. Но он молодой еще, простим его. Короче, Зойка шла сутки и вот дошла. Truckers only. Что там, что там? Кажется, там Джон. А с кем он говорит? С Робертом? Вот, ключи. Он хочет поговорить с пацаном. Зачем? Говорит, сначала поговорит с пацаном, потом отдаст паспорта. Бригада. Да, это точно они. О, алло? Кажется, связь прервалась. Вы сказали, вы заметили бригаду у Большой Медведицы? Да. Странно, у вас изменился голос. Послушайте, мы вас защитим. Сделайте глубокий вдох и оглянитесь вокруг. Вы видите кого-то из бригады или нет? Да, вон Джон идет. Вот они. Мэм? Спрашиваю последний раз. Вы видите бригаду или нет? Да, здесь люди из бригады. Все, я отыгрываю до конца. Мы немедленно вызовем полицию. Спрячьтесь получше, бригада опасна. Что там написано? Вы сдали Кайта полиции? А, я такая противная, боже. Вот ключи. Паспорта у Роберта. Они нужны на границе. Он сначала хочет увидеть тебя, малец. Роберт хочет увидеть Кайта? Зачем? Да я схожу без проблем. Хорошо, малец. Предупреждаю, Роберт не в духе. Почти всегда. Но ты его не бойся. Ладно, пора и честь знать. Да здравствует революция! Да здравствует революция, малец! Мне уже совсем пора. Меня ждет парень по имени Алекс, он вундеркинд или вроде того. Не особо верится. Небольшой совет на прощание. Забери паспорта, а потом отдавай папку. Понял? Конечно, все ясно. Молодец, чуть не забыл. Передай что-то от мистера Урсуса. Это от тебя.
Это мой позывной. Запомни. Мистер Урсус, да. Ну что, мистер и миссис Лин, молец. Удачи вам. Буду вспоминать добрым словом. Спасибо за все, Джон. Мне так нравится, что у меня настолько радикальные, что Кайта, что Зои, один революционер до мозга костей. Другая вся за власть, за папочку. Убираю папку в надежное место. Ты слышал, Джона? Сначала получим паспорта, потом отдадим папку. А мне что делать? Почему? Мы должны верить Роберту. А ты должен верить своей маме. Ладно, пора, Кайто. Забери паспорта и сразу назад, хорошо? Да, мам. Мы приготовим машину к отъезду. Ты выходишь и сразу уезжаем, да? И начинаем новую жизнь. Скорее бы, мам. До встречи. Нормально, нормально. Сейчас я чувствую огребу тут от бригады. Кажется, то что-то шумело или кто-то. Да это Зойка твоя... Штука упала. Зойка твоя сдала тебя только что с потрохами. Не, ну отыгрывать так до конца. Здорово. Чё тебе, парень? Мне нужен Роберт. Роберт. Странно. Я такого не знаю. Меня прислал мистер Урсус. А, вот это другое дело. На замке стоит код. Это год теракта. Ладно, попробую. 86-й, я помню. Молодчага. Вот это тайный ключ. Боже, правый парень, как у себя дома? К нам принимают уже совсем каких-то отбросов. Я привыкся. Уронила одну бутыльку. Капец тут. Джон и Роберт, они друзья? Что-то совсем не похоже. Пойди. Viva la revolución! Ты должно быть Кайто. Вот мы и встретились. Джон мне много про тебя рассказывал. А про вас он мне тоже рассказывал. Неужели? Он сказал, что это ты выиграл папку. И при этом, что ты нас сдал. Это правда, Кайто? Ты крыса? Куда? От кого я сдал? Не люблю крыс. Они заслуживают мышеловку и пулю в лоб. Куда сдал? Ты чё, больной что ли? Я никуда вас не сдавал, я за паспортами и все. Дело есть дело, понимаю. Присядь-ка. У меня есть одно предложение. Когда я сдала? Я не помню такого. Давай. Так-то лучше. Думаю, ты станешь ценным, очень ценным членом бригады. Но сперва проверим твою преданность делу. Я просто хочу паспорта взять. Знаешь, что это такое, Кайто? Больше, чем пистолет. Ты умный мальчик, Кайто. Наблюдательный. Это не просто пистолет. Это новая жизнь. Жизнь в стиле бригады. Паспорта еще ждут. Нет, я не хочу оружия, дайте паспорта. Блин, а я не могу выбрать. Я не могу выбрать эту штуку. Дайте пистолет. Вы решили вступить в бригаду. Глупо, сейчас их загребут менты. Ой, господи, боже. Я там, кстати, тоже не могла выбрать другой вариант. Он был красный, я думала, он красный. Что мама Кайта положила в машину? Это то, о чем я думала? Я думала, у меня выбор какой-то есть, а тут выбор зависит от выборов, которые я до этого сделала в игре. Да что происходит?
Ваш сын вступил в бригаду, миссис Лин. Можете им гордиться. А теперь давайте папку. Быстро. Прямо сейчас. А вас только она и волнует, да? Пойду в обратную сторону. Что? Нет, конечно, меня волнует твоя судьба, Кайто. Живо волнует. Но и революция не ждет, верно? А теперь будь зайкой и отдай папку. Возьми ключи. А, в пистолете пока нет патронов. Но скоро будут, договорились? Так родителям-то дадут уйти? Ой, ну Кайто, ну дурачок. Банкомат Сбербанк. Что-то ищешь, Кайто? Зои, я не... Как ты... Вас нашла? Это было несложно. Я думала, логово бригады как-то покруче. А тут просто раздолбанная парковка и кафе. Отстойки! Зои, давай серьезно. Кайто, я вызвала полицию. И они уже едут. Что? Зачем, Зи? Ты не оставил мне выбора. Из-за тебя мы с родителями сядем в тюрьму. Ты чокнута. Слушай, времени мало. Просто отдай мне папку, Зи. И это все извинения? Извинения? Что? Зои, нас могли убить. Ты врал мне, Кайто. Ты меня использовал и сильно меня недооценил. Ну как нам все исправить? Думаю, что никак. Ты растоптал нашу дружбу, Кайто, слишком поздно. Но все не так уж плохо, потому что та самая папка теперь у меня. А там поди ничего и нет. Зи, не выводи меня. Ой-ой, я прям вся дрожу. Хочешь забрать папку? Попробуй. Так может посмотрим, что там сначала? Драка сейчас будет? Вестерн. Выберите персонажа. За Зойку давай. На-на! Роликом красиво. А тут все будет в слоумо. Вот это драка. Опа! Хорош! Битва титанов. Давай, Зои, втащи ему! Так я звездочки вот эти нажимаю, это за Кайто, может их не нажимать? Все, фаталити. Давайте посмотрим, что в папке. Может, не стоит за нее биться-то? Прости, ты не оставил мне выбора.
Что теперь будет? Их Роберт убьет всех? Или их полиция заберет? Или что? Что будет? Папки в руках, кстати, у нее нет. Куда она их дела? Ее. Куда вот она дальше идет? Предполагала же, что она посмотрит папку. Она узнает, что в папке. Посмотрит, ну, врал ли Кайта. Узнает правду о правительстве. И тогда уже решит, что делать. Она же не посмотрела папку. Ну, ее взяли автостопом, она куда-то едет. Кто и птицу дорисовал? Добил. Фломастерную. Она уже выглядит как татуировка. Но вот это лагерь, в котором мы Зою первый раз находим в оригинальной игре. А, вот она наконец-таки прочла. Это она так долго шла, и она не могла сразу почитать, серьезно? Кайто, я не знаю, где ты. Не буду врать, что я про тебя даже не вспоминаю. Боже, вы не убил их, смотри, нормально. Я хотела сказать. Я вчера заглянула в папку. Она все уже и бровь пробила где-то, ты посмотри. Ой-ой-ой, Кайта, не надо, ты чего делаешь, ты дурак? Ты дурак, сейчас тебе... Ай, блин. Как нетрудно это признавать. Ты был прав. Нам врали. Все это время. Зачем он начал палить в полицию? Ну совсем дурак, что ли? Просто, ну, дебила кусок. Жаль, что я тебе не верила. Кайто, ты меня слышишь? Кайто, пожалуйста, ответь. Как он тебе ответит? Блин, ты уже за 300 тысяч километров, там рация не ловит. Такие скомканные некоторые ощущения от этой игры. Музыка хорошая, визуал хороший, мини-игры прям сразу точно нет. История... Это перематывается? Ага, перематывается. А можно просто сразу перемотать? Нельзя. Ладно, это будет очень долго, наверное, все еще. Давайте я просто включу себя. Мини-игр точно нет. История в целом норм. Мы попробовали радикальный подход. И с одной и с другой стороны получилось так себе. Но отыгрывать в целом было весело. В качестве приквела, мне кажется, эта игра, конечно, не дотянула совершенно точно до оригинала. Если так по десятибалльной шкале, ну на шестерочку это тянет, ну и то с натяжкой. С натяжкой, с большой, просто учитывая кредит доверия, который остался со времен оригинальной игры. Потому что оригинальная игра была классная, там все было хорошо, там и механики были хорошие, и сама история как бы плавно шла, а не вот так, что типа идет история, а потом бац, тебе мини-игра, ты отвлекаешься на некоторое время, чтобы потом опять вливаться в историю. Эта часть мне не понравилась, но... Буду рада выслушать ваши комментарии. Расскажите, по какому пути вы пошли, что вы выбирали, какие выборы делали. Собственно, обсудим все. Буду рада любым вашим мнением. Не забудьте подписаться, если до сих пор не подписано. Если хотите поддержать канал, ссылка на Nashlords и Boosty в описании под этим видео, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.